Всем привет, дорогие друзья, любители Ютуба, с вами я, Рэйчик. Добро пожаловать на теорию ФНАФ. Я решил делать теории, и, в общем-то, давайте уже начнем. Как вы можете заметить, на сайте Скотта появилась циферка 1, непонятный тизер, и очень странно, что он может означать, но у меня есть несколько теорий, вероятностей, что это может быть. Давайте же, дорогие друзья, предупредить, при осветлении картинки мы можем видеть букву N. Сейчас мы узнаем, что она все-таки может быть. Первая теория — это то, что может выйти FNAF 5. Я знаю то, что Скотт Кафтон говорил, то, что FNAF 5 не будет, но все-таки, дорогие друзья, он иногда нам лгал в хорошем смысле этого слова. Поэтому, возможно, в малой вероятности, но FNAF 5 может выйти, дорогие мои подписчики. И если все-таки FNAF 5 выйдет, я буду очень рад и обязательно поиграю в эту игру на Android, даже сниму ее. Но, как и говорил, ребята, это маловероятная теория, и поэтому я не знаю, будет ли FNAF 5 или нет. Моя теория — это то, что может выйти новая игра от Скотт Кафтона в виде хоррора или чего-нибудь похожего. Это тоже маловероятная теория, потому что все-таки, мне кажется, Скотт Кафтон будет делать FNAF World 2. Вот. Ведь мы знаем, когда Скотт Кафтон делал FNAF 4, он сразу не выпускал игру FNAF World. Он выпустил ее тогда, когда вышла игра Five Nights at Freddy's 4 часть. Поэтому, ребята, я тоже думаю, что это маловероятно, но, возможно, когда FNAF, все части FNAF World закончатся, тогда, может быть, будет приступать к новой игре. Следующая моя теория — это то, что может выйти FNAF World 2 часть. Интересно, все-таки выложит ли Скотт Кафтон вторую часть или нет. Лично мне FNAF World, ну, не очень-то и сильно понравилось. Фанаты FNAF World, не кричите, не дизлайкайте, пожалуйста. Это лично было мое мнение. Вот, а ваше — это ваше. Все-таки, ребята, думаю, что FNAF World может выйти, но я все-таки не уверен, потому что в такой милой игре вторую часть иметь, не знаю, как-то непонятно. То ли хочется FNAF World 2, то ли не хочется, дорогие мои подписчики. Но все-таки, ребята, это моя третья теория, и давайте все-таки я вам расскажу про последнюю теорию, и мы закончим видео. Моя последняя теория, моя любимая, это то, что может выйти фильм FNAF от Warner Brothers. Мы знаем то, что где-то в третьей части FNAF Скотт Кафтон говорил то, что он, возможно, будет делать фильм. И когда вышел тизер FNAF 4, первый, то сказал то, что это будет связано с Фредди Крюгером. Но, дорогие друзья, я не знаю. Но что-то очень похоже, и, дорогие друзья, если это будет так, то я буду очень рад, и просто представляете даже как. Вот, дорогие друзья, поэтому, даже когда вот мы, заметили, вот когда вот мы сохраняем папочку FNAF, то там вот написано проект, то есть папочка проект.gbd, как не знаю, называется, вот, проект, и мы знаем, что в фильмах, когда делают фильм, они делают проекты. И, возможно, все-таки этот фильм будет. О, дорогие друзья. Ну, а пока, дорогие друзья, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рычик. Всем пока.